соответственно, нужно было что-то менять, посему логичное решение федерации. Правда, не все, наверное, ставили на то, что вернется Сергей Еромко. Первый же момент у греков. В начале этого поклонники игры на трибунах. Это приятно. Неплохо действует в обыгрыше Родион Пичура. Пошел сам на нескольких защитников и зарабатывает штрафной удар. Очень выгодная позиция. Мы уже не раз видели удары Даниила, но на этот раз выбираю другое продолжение. В первую встречу с белорусами игрок Олимпиакоса, в том числе с опытом игры в Еврокубках. Надежный вратарь забирает мяч в свои перчатки. Правда, не стал быстро бросать на кого-либо из партнеров, побоявшись обрезки. Косараб перехватывает мяч. Хорошая передача на Тимофея Мартынова. Тот уже в штрафной площади. Пятятся назад защитники. Душевский! Вот, наконец-то, его удар из-за пределов штрафной площади. Убойная была дистанция. Низом пошел удар, но не получился, к сожалению, сильным от нашего шестого номера. Ну, а теперь момент у греков, но не доберется до мяча нападающий. Первым будет голкипер Батерси. Вот Никиты Бурака. Там у нас Арсений Агеев. Еще есть предложение. Удар в ближний угол. На себя взял игру. Кто там, наверное, Родион Пичура. Мартынов. Ну а Шведчиков действует ближе к флангу. Удар издали. Арсений Скопец забирает мяч под контроль. Перехватывает. Будет ли продолжение у этой атаки греков? Втроем они убегают в чужую штрафную площадь. Не доставлен мяч. Максим Косараб не уступит. Но будет тоже наверняка загружать мяч верхом в район 11-метровой отметки. Так и происходит. Скидка. И ух, какой момент упускают наши соперники. На дальней штанге открывался Сур. Пока продолжит в меньшинстве греки. Подача с угла поля. Бранок. Он первый на мяче. Нет, не первый он, но навязав борьбу, счетом уступили в первом матче Португалии 0-2. В ответном выиграли 2-1. С хорватами успели провести один матч. Ничья со счетом 2-2. Ну и переиграли Фареры. Пока самый уверенный команде Ю-21 из наших команд Ю-19 и даже Ю-17. Передача в штрафную на Шведчикова. Чуть пониже бы. И наверняка Александр сумел. Греков. Падение в штрафной, но слишком картинным оно получается. Нужно подниматься на ноги. Тем более, что продолжается эта атака греков. Об этом и подумал футболист. Так и сделал. Передача, даже удар по воротам. Мяч мог опуститься. Получится ли сейчас нечто похожее исполнить грекам? Выходит наш голкипер. До мяча не добирается. Падение в штрафной площади. Удар по воротам. Благо защитники подстраховали. Так и не пришлось вступать в игру Арсению. Лической команды. Ну и очень здорово сыграл. Правда, не сумели белорусы мяч перехватить. А вот греческий передача. Прострельная, но получается она не сильная. Без особо третье место ничего не дает. Оно будет равнозначно и четвертому, и пятому, и даже шестому. То есть нужно будет смотреть грядущий Еврочемпионат среди молодежных команд нашей сборной. Поэтому и он должен находиться, ну, практически везде. Мартынов. Пенальти зарабатывает Тимофей. Ну, вот это блестящая игра от форварда. Который вот под эти мои слова о очень качественном матче, который он проводит, зарабатывает эту отличную возможность. И покатил в другую сторону от броска голкипера. 1-0 впереди Мила. Были невероятно смелыми в игре против крайне неуступчивой Греции. Ну и об истории этого противостояния Беларуси и Греции на молодежном уровне я говорил. И вот он, момент сразу после. Продолжается эта атака греков. И снова Панагидис.
Удар блокируется нашими защитниками. Еще одна попытка. Душевский не сумел вывести мяч из сегмента перед штрафной. Тут же передача на открытое пространство. Гос! И не сумел мяч доставить на Тимофея Мартынова. Но смотрелось это здорово. Высоко. Вот этот 19-й номер. Михалис Касидис. Парень действительно высокий, мощный. 191 сантиметр его рост. Как раз на него шла эта передача. Однако при Александра, который тоже пытается помогать Тимофею Мартынову. Гос, удар с линии штрафной площади. Вот еще бы один голик положить в ворота греков. Для Вер Апостолакис. Человек, который появился на замену. Да, это подача верхом и попытка пробить Панагиоту. Попытка неудач. Флангу и остается мяч в поле благодаря усилиям Агеева. Котляров. Агеев, нужно забивать с этой позиции. Ай-яй-яй-яй-яй, Арсений. Шикарный момент упуска. Тот не попал. Вот отпахавший весь матч краек белорусов, к сожалению, не нашел сил, чтобы уложить мяч в створ. Момент у греческой команды. И снова работает наш блок на линии вратарской. Крипаракас. Подача. Выходит из ворот Скопец. Столкнулся с кем-то из САП. Не кого-нибудь, а Португалии. Перехватывает мяч белорусы. Еще один момент.